Всем привет! Всем привет! Всех с праздником! Днем Святого Валентина! Да, сегодня 14 февраля, воскресенье! Так, это было вчера. Вчера мы про это говорили, правильно? Так, ну что, бабушка наша уже уехала. Время начало 11, мы 10-11. День Святого Валентина. И что у нас? Вот такие. Да, сходил, купил тюльпанчики. Чуть-чуть другого плана они были, брянские тюльпаны. Вот. И сразу они распустились, да, красота? Да, очень красиво. Все по пальчику маленькую, да, скажи? Тюльпанчики в феврале, классно, да? Не на 8 марта. Кто, а кто, чем я обидел? Чем я Веронику обидел? Вероника? А Вероника, чем я тебя обидел? А то, что у нас Вероника у вас слишком капризная стала. Так, ну что, проводили бабушку нашу? Да. Да, она уехала на 11-часовом уедет. Маршрутки. Бабушке пока говорила? Скажи, бабушка, скажи, приезжай почаще, да, скажем, и все да. Сказали, да, скажи. И да, все расцеловали, бабушку уехала. Бабушка уже поздравила заранее Татьяну. С днем рождения. С днем рождения, который будет через 3 дня. Тут праздники, 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 это, да, сейчас начинается. Владик, вам день рождения, да, Владик, скоро? А мы с да, сейчас, кстати, покушайте, позавтракайте. Папа уже перекусил, что с утра рано встал, сходил в магазин. Вот. А вы сейчас будете кушать мамную кашку и едете на Лунтика, да, поснимаете. Скажи, что нам дети подарили страшно. А, кстати, да, вот, тоже не показал. Вот такие сердечки, беленькие и красные, и папочка, я люблю тебя, мамочка, я тебя люблю, да? Один Илюша подарил мне, а Владик маме подарил, да? Да. Вот Владик. Сердечки, да? Молодцы. Молодцы какие наши детки, да? Принесли, да? Да. Вероника, ну что, вчера тоже вечером буянила, буянила. Легла уже, наверное, в начале 12-го. И буквально, ну, зато сейчас сама последняя сегодня проснулась. Буквально минут 20 назад. И он как раз бабушку проводит. Ой, рано встал, я считаю. Не, я уходил, ты уже, по-моему, начинал просыпаться. Я вас в 8 ушел. А я сколько просыпался? Вот, сходил в магазинчик. Цветики, цветики. Папа, сколько я проснулся? Ну, где-то часов, начало 9. Ну, я пришел уже, ты давайте не спал. Так, ну что? А? Не все шкафки, пойдем на Лунтика. Так, нет, тогда поедет Вероника вместо тебя. Илюша, не тяжело, встань, пожалуйста. Мама, так, ладно. Что? Сегодня, значит, тетя Валя надо поздравить. Передали мы презентик ей. Бабушка повезла, сегодня передаст, там она пойдет с ней. Все, извини, пожалуйста, пообедать. Не хотела, так, да. Ладно, увидимся немножко уже попозже. Я буду кушать и собираться, да? Да. Мы уже приехали в ДКБ. Знаете, что мы добрались на 26 12-го поставления на 12 начинается. Ну, как раз пока сейчас разденемся. И Илюша у нас, как обычно, сразу туалет приспичило, да? Я не буду. Уже не будешь? Ой, на улице ужасно холодный ветер, и идет какая-то морость, непонятно, то ли снег, то ли дождь. Палка большая. Да, там парк, Илюша, еще один. Мы с вами еще не были. Нет. Не были, да, здесь мы с вами. Ой-ой-ой. Нет, а сейчас же не работает, Илюш. Сейчас же все закрыто. Щенячий патруль. Да, вот вывеска щенячий патруль. Нет, а мы же пойдем на щенячий патруль. Посмотрим, если это билеты, смотрю, сколько цена, я не знаю. Мама, если билет еще есть вообще. Парк. Ну вот он парк. Видишь, он не работает, он закрыт сейчас, Илюш. Можно смотреть. Что, если афишу? Вы ничего нету, сняли что ли уже? Мама, пойдем смотреть. Нет, Илюш, пойдем туда раздеваться, уже скоро начнется представление, пойдем. Давно не было. Пойдем, у нас время есть, может, колготки какие-нибудь посмотрим. Тоже мы тут колготки есть. Мама. Чем? Хочет.
Вот так Вероника у нас читает книжки. Да, умничка? Ну что, мы с тобой опять одни остались, да? Илюша с Владиком с мамой ушли. А Вероника? Куда они пошли? Пошли на концерт, на детский Лунтик и его друзья. Да, время уже начало 12-го. Кстати, смотрим мультик. Маму тут нравится старенький мультик «Аленький цветочек». Это советского периода мультик. К мульту идет. Звонила Татьяна. И на айфон снимает. Запись прекратилась. Все, приехали они уже в ДК БМЗ. В принципе, 12-го. Сейчас пойду узнать. Там кассы работают с часу. Узнает про «Щенячий патруль». Московский театр «Ростова кукол». Приезжали 5 марта с почем-то билетом. В принципе, мне кажется, одинаковые билеты. Здесь самые дешевые были 500. Мы за 600 взяли на балкон. Интересно все. Не за зал, а сзади видел смотреть. На Лунтика. А на «Щенячий патруль». Да, «Щенячий патруль». Ладно, Вероника тоже скоро у нас будет ходить везде. Надеюсь, уже с лета все-таки. Более-менее выдержка будет какая-то. Все-таки тот же цирк, тот же это. Будем всей семьей ходить. Вот особо тоже, вот, ну, не знаю, на такие вы, конечно, можете сходить, на смешарики, на мультики, на Лунтика, а вот на цирк кто-то не особо. Я просто раньше тоже, ну, раньше часто ходил в цирк. И в Людинове, и в Брянск мы ездили, когда со школы, там что-то такое. Вот, смотря тоже такие еще, как представления. Вот. Что, все вычитала? Да, да. Все. Покушали, кстати, хорошо, съели манную кашу, да? Манную кашку кушали, Илюша, Владик и Вероника съели, все, молодцы. Кашку-малашку. Ну, в принципе, как сегодня мы говорили, особо ничего сегодня праздновать не будем, как мы, в принципе, раньше даже были ролики, по-моему, у нас День Святого Валентина, и потом готовили все это. С Татьяной решили особо мы вчера так сидели с бабушкой, тоже поужинали хорошо. Сидели, вот, отдохнули. Так вот особо ничего, вот салатик сделаем вечером, в принципе, готовить особо такого ничего не будет. Просто, не знаю, потому что завтра в школу, завтра в сад, плюс я завтра собираюсь на кино Дэдпул, конечно, Лали тоже хотел, так вот, на марвелские комиксы Марвел, да, с киностудии. Фильм, очень много народа про него говорят, и отзывы всякие, кому-то нравится, кому-то нет. Вот, ну, просто схожу в 10 часов, посмотрю, вот, ночь, потом Татьяна уходит в поликлинику взять справку, то есть Владик разрешено, ну, от терапевта для комиссии посещать секцию футбольную, там где-то в 12 часам, как раз я приеду, она поедет. Ну, завтра я уже уезжаю, соответственно, в ночную смену. На один денек. Надеюсь, что завтра не позвонит, скажет, что работы нет. Ну, как маму сказать, что приедет. Вот. В принципе, такие дела. 16-го уже я, по идее, приеду. Утром. Да, Вероника? Да. Это первый день рождения. И уеду потом уже 18-го с утра на работу. Так, Вероника, положи, пожалуйста, аккуратно книжечку. Нет, аккуратно книжечку, которую ты читала, положи на полочку. Которую ты почитала, положи, чтобы они не валялись. А Вероника? А другую возьмешь. А эти положи, пожалуйста, на полочку, которые упали. Это ты почитаешь, а вот эти надо положить. Потом. Набирает, но не сразу, да? Вот игрушки что не убрала? Или убрала? Вон подушка валяется до сих пор. Игрушку вроде убрала, она убрала кубик. Подушку надо поднять. Кубики убрала ты, а подушечку нет. Молодец. А вон еще кубики несколько осталось. Нет, подушку сюда давай, на диванчик. Молодец. Давай, и садись под спинку тебе. Давай такой. Садись. Садись, будешь теперь про Чебурашку, крокодилу Гену тут рассматривать наши мультики. Так, ладно, так вот, в принципе, проводим с Вероникой время. Сегодня спать ляжем, конечно, попозже придется, потому что она не уложится в холодный час. Ну, хотя бы в 2:30. Ну, что делать? Немножко график у Вероники сбился. Да, Вероника? Вот так вот. Молодец, да? Песенки, да? Лапу подает, да? Да, скажи. Так, еще раз, друзья, с праздником. Всем большое спасибо, поздравляю. Всех тоже большое
Есть, конечно, праздник Дня любви, семьи и верности наш российский. Ну, в принципе, как-то тоже не особо там помпезно мы его отмечаем. Ну, тоже, я думаю, приятно сделать своим любимым. Приятно то же самое, даже обыкновенно купить букет цветов. Тут самые подарки, ну, просто действительно поздравить друг друга с этим замечательным праздником. Так что любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Семейное, в общем, счастье, благополучие. Семья – это действительно очень большая радость для всех, когда есть большая вот у нас семья, действительно. Я считаю, это очень здорово. Так что еще раз всех с праздником. Днем влюбленных, можно сказать. Ну, и, естественно, Валентин, потому что Валентин у нас тоже есть много подписчиц. Всех с этим замечательным, добрым праздником. Да, Вероника? Поздравляем всех, да? Да, скажи, поздравляем. Вот праздник, да. Так, ладно, немножко увидимся попозже. Я туда-сюда буду, наверное, монтировать вчерашний влог. В принципе, я уже прикинул. Вот. Так что такие, в принципе, все дела. Воскресенье хмурое, чуть-чуть прохладное, где-то минус 2, ветреное, но все равно праздничный денек. Ну что, очень хорошо мы обломились, мы с Лунтиком, по-другому не назовешь это. Представление отменили. И сейчас мы идем домой. Лунтик заболел. Но самое интересное, что нигде не было объявлений, то что... Лунтик отменяется, где-то, конечно, расстроились. Ну ладно, мы купили билеты сразу на щенячий патруль. Ничего же не поделаешь. А! Посмотрим быстренько. Смотрим папу, его трансляцию параллельно идем. Илюша хотел посмотреть парк. Так, что мы купили? Купили подушку такую, тут вот в этом стиле ивановском, да. И там носков Владик и Сережа, да? Замерз? Да. Сейчас пойдем. Смотри, заборчик, бежим, посмотри, пойдем. Правда, ужасный ветер, просто с ног сбивает. И Илюша помчался смотреть. Так, ну что, расстроился, что Лунтика нету? Сейчас уроки делать. Холодно. Так, все, сейчас Илюшка смотрит и едем домой. Так, ну что, мы уже дома приехали. Называется очень быстрое представление. Конечно, немножко неприятно. Во-первых, то, что поехали, потратили время. Плюс детки ждали представления. То, что тогда, ждали, да. Да, то, что дети ждали. Нет, ну это для нас Сереж ерунда, потому что мы отсюда. А люди приехали из районов. Да, люди стояли, возмущались там вообще, потратили деньги. То, что время столько. Дети тоже с надеждой ехали на представление. А тут... Ай! Что дать? Пить? Да. Сейчас дадим, да. Ну что, Татьяна мне такой сюрприз везла. Да. Такая большая валентинка. Большая-большая? Да, большая. Еще таким вот сюрпризом открывается. Вот такой валентин. Красивость вообще. Да, вот такое пожелание с двух сторон. Да, это как спасибо, валентинка. Спасибо, люблю тебя очень-очень. Я тоже. О, да? Нет. Не детки еще, вы по валентинке подарили. А где твои валентинки маленькие вы? Вот они и валентинки. Да, детки. Ладно, так, ну, по взяли, валентинке. Да, сказала, что взяли патруль. Мы, да, берег на щенячий патруль. Я в перископе, в принципе, когда снимал. Я пойдем... Снимал. Какого? 5 марта, господи. 6 часов вечера, да, на щенячий патруль. Да, патруль. А вы ее не поставили, мы еще повесим ее, Сереж. Повесим? Конечно. Ага. Развернем так вот? Да? Конечно. Да, вот так, я взгляд выбрала и специально так все. А куда поставить? Ну, на иголочке, да? Ну, на иголочке, да, вот так. Вот так, да? Да, вот так. А вешечки повесить? Да. А вот это? Ну, маленькие сюда тоже самое привесим. Да. Здесь уже нос испачкан ручкой. А, смотри. Маршрутки. Как ты маршрутки? Ты чернила. Ты сейчас ручкой писал. Да, Вероника писала его. Ну да, на твоем ноте.
На своем носике написала, да. Так, ладно, сейчас раздеваемся. Ладно, пошел делать уроки. Да, позвонил, приехал, доехал. Да, позвони, не знаю, доехал. Такой бардак дети навели, вообще кошмар. Мне нужно приехать сейчас. Да. Да, уже. Мне надо телефончик, я тебе звоню. Да, сейчас поздравим. Что? Сейчас, да, конфетку. Ой, конфетку. Бабушка сегодня дала пол, вон еще. Вот она, затанцевала конфета. Ходяй, тебе конфетка, да, наша маленькая? Такие цветочки, красота, вообще, когда утром сейчас спала, так... Когда... Да, цветы постели, это классно. Еще даже толком не проснулась уже. Красота. Сердечки. Папа, а это что за конфетка? Это джинсы Холлс. Бабушка вам вчера купила. Так, ладно, все, раздеваемся, да, переодеваемся. Да, в два начала третьего все-таки уходим. Да, будем потом спать. А, кстати, на улице у нас пошел дождь, да, мы же прямо вышли с маршрутки, было нормально, зашли в магазин и вышли, дождь, просто поливает дождь. Сейчас он, правда, кончился, бегом-бегом домой бежали. Так, Иранька, уйди оттуда, обезьян. Бежали, дождь уже пошел. Да, бежали. Так, ладно. Так, ну что, дети наши все проснулись, уже покушали, да. Так, что здесь какой-то непонятный синий фон? Что это такое? Или конфеты вторую берешь, да? Угу. Конфеты уже у нас бабушка приезжала, когда с юга. Привозила вам коробку. Не доели три штуки. Так, аккуратно, Вероника, там стой. Что, покушали нормально, поспали нормально, вроде сегодня даже Вероника сегодня нормально улеглась. Я, молодец, я взяла Веронику, коробку закрыл. Она доела эту конфету? А? Ты доела? Да. Это не конфета, а этот, рахат лукум как-то, да? Ну да. Рахат лукум. Рахат лукум, там сразу на меня не посыпь. Вот у Вероники конфета в руках. А, звонят? Да, с посыпкой. Да. Да. Вот так, ну что, на улице поливал дождь, не знаю. Еще сейчас поспас ест. Даже не знаю, даже про погоду не смотрел на следующую, что там будет. Без понятия. Да, весна. Да, захотели мы на эту, прямо уже на скорую руку детки суп поели. Сварил, кстати, компотик из мандарин. Да, пока меня не было. Он темный, сразу говорю, из-за чего? Из-за этого. Сахара. Да, тростниковый сахар. Я нас... там по делам надо было сбегать. Ну, песок просто такой был, а открытый добавил тростниковый сахар. Какая разница, тростниковый сахар, я считаю, вкусным. Вкусный. Да, вкусный. Давайте, Илья, еще будешь есть конфету? Ну, давайте, дайте эту коробку. Да, дайте. Так, Владик у нас уже сделал уроки математику. Проверился. Да, все, он переписал уже. Не знаю, остальные уроки он снова сделал. Ну, я посмотрю, там чтение оставалось одно чтение оставалось. Да, сейчас бесики перекусим. Детки требуют оладушки. Детки требуют оладушки, да, на ужин. Нет, ни кабачка, ни цукини. Я говорю, неужели забыла раньше? Пока шла в Кушай. Там ходила в магазин, купила бы кабачок. А теперь получается... Илья у нас самый главный. Так, аккуратно. Ну что, я сразу сейчас выйду, куплю. Тоже Вероника хорошо ела их. Подарите новенькие? Да. Одну штуку, два. Одну штучку возьму. Да, сделаем. Оладушки. Моя улыбка до ушей сразу. А мы тут поедим, да? А мы покушаем. И салатиком. Да. А вы оладушки. Что, понравились вам оладушки мама делала, да? Вы кушали? Когда? Я еще не было, когда вы кушали оладушки. Да. А, понравились, да? Да. Хорошо. Так, ладно, сначала, давайте. Сначала сделала невкусно, не буду. Давай. Перекусим, кстати, они ни разу не ели наггетсы мятовские, да. По-моему. Я вообще давно их не ел. А что, их уже покупаем? А? Покупаем. Не знаю, я здесь первый раз вижу, что здесь было. В Линнах-то брали, мы помню. То давно очень, на разведство, я не помню, очень давно. Что? Что, коробку не можешь открыть? А? Сейчас, наверное, поможешь. Ну, все. Все? Не хочешь, положи обратно. Или Илюше дай. На, Илюш, на, ешь его. Что? Чего? Так, ладно, да, давай. Покушаем.
попозже. Итак, время у нас начало 7-го. Детки попросили приготовить на оладьи на ужин. Как я уже потом сказала, ходила в магазин, пришлось еще идти в магазин. Купила сегодня кабачок. Именно из кабачка сегодня буду делать. В принципе, по тому же рецепту, хотя приготовление оладьев есть 1000 рецептов просто. Но я делаю им немножко посытнее, поэтому с картошечкой. Также купила такой свежий брокколи. Завтра буду готовить его. Ну, наверное, завтра, не знаю. Наверное, завтра, скорее всего, не знаю, как по времени. Точнее, завтра, может быть, послезавтра посмотрим. Не знаю, взяла у нас на этом намного дешевле брокколи, нежели я брала, смотрела, да, в ленте. Ой, нет, в линии. Поэтому сейчас буду готовить. Тут уже приготовила картошку, как сказала. Сейчас буду кабачок почистила. Почти порезала его. Потру на терочке. Яичко. Что там еще у нас? Мука. И буду уже жарить. Сережа у нас там с детками. Не знаю, что там. Вероника сегодня сейчас бегалась, разбегалась. Почему? Что вы тут делаете? Смотрим. Зверье мое. Вообще все валяется, кошмар какой-то. Ты тапки одела? Да. Мама только успеет убирать. Тоже пришла, такое белье развесила, машинку постирала. Привет, что мы еще делали? Привет. Да. Не знаю, что мы делаем. Что делаем, делаем без конца. Мы ешь забыла, мне еще скворечник делать. Ой, батюшки. Сейчас приступаем, еще будем снимать, делать. Точнее, я не забыла, я про него помнила, что с самого утра. Да, сейчас будем делать скворечник. Сейчас, сейчас. Да. Да, сейчас будем делать скворечник. Я буду помогать. Сейчас будете мне себе помогать. Что там кивает? А, так. Что такое, Илюша? Скворечник? Да. Короче, тут каждый занимался своим делом. Сережа был с детками, сейчас готовит на стол. Колбаску, сырок режет. Мама. Оладушки уже там уже готовы. Мама. Что? Хочу показать. Сейчас покажи. Что мы с Илюшей уже сделали, не стали снимать, потому что надо было поскорее сделать. Вот такой у нас скворечник получился для птичек. Да. Можем его конкретно. Ну ладно. А? Но они большие. Да, завтра поднесем. Вот так. Мам, но она большая птица. Она сюда коробки, не лезет. Из коробки из-под молока обклеили. А это у нас птички, у нас кивали, птичка нарисовала. Она не лезет, она толстая. Кто толстая? Да, брокколи убирай в холодильник. Мама, птицы туда. Птицы не толстые. Птицы толстые. Толстая. Вот так вот. Поставил папа на стол. Да, не толстый, а толстый. Да. Так, все, сейчас будем ужинать. Куда ты набираешь? Да. Куда ты набираешь? Сейчас кушать будем. Сейчас будем уже ужинать. Да. Деткам оладушки, а себе нужно разогревать. Да, давай разогревай. Что? Так, пойдемте, пока папа будет готовить. Пойдемте, да, папа. Тут бумаги. Еще Настя, что ты тоже выкинь. Я хочу пить. Я только уберу, надо протирать. Протирай полностью стол. Я пищу. Там еще от моих этих, тут помидор, наверное, да, стали. Убирай. Папа, пошли, Вероника. Я хочу пить. Сейчас попьешь. Так, ладно, короче, готовимся к ужину. Да. Итак, ну что, наш сегодняшний день, да, воскресенье, 14 февраля, этой полоски, да, цвет. Подходит, да, к своему завершению, день святого Валентина. Мы же показали твой скворечник уже. Скворечник показали, давайте кушать. Итак, ну что, детки кушают оладушки, так там еще, в принципе, есть. Вероника, ты там непонятно что, руками орудуешь или чем? Мама, колбасу выкинула уже туда. Вот, ну, как мы говорили. Я попросила не трогать. Салатик сделали. Как сделали? Как сделали? Добавили огурчика. Я не добавляла, вроде. Ой, помидорчика. Я перепутала просто. Так, Илья, ты просила оладушки не больше всех, да? Давай кушай. Всем приятного аппетита, да? Колбасу. Колбасу? Ешь колбасу. Не трогай, не сказала. Так, на улице все еще поливает дождик, ужас погода. Так, завтра у нас понедельник, 15-е. Школа, сад, работа. Ну, это вечером работа, да, с утра я пойду в кино, я, в принципе, сегодня уже говорил.
Надо это пол. Вроде как говорят хороший, не знаю, посмотрим. Понесешь завтра. Вот, завтра еще. Потом, когда я приеду, поедешь в больницу, да? Да, за справкой. Я же не говорю немножко про это. Как, ты скворечник не понесешь этот садик? А, да. А, да. Да, ты тоже пойдешь? Да. Да, садик? А ты кого понесешь или что понесешь? Себя. А, не знаю, да? Да. Жирный колбасу, потом мы волосы. Ну, сейчас все равно мыться. Да, время уже 8 часов. Каждый день моемся. Да, скажи, каждый голову моем. Ну, так, только вот. Толку, что утром... Так, Вероника. Так, что делать? Не надо. Обычно я не понял голову. Почему? Да, рассади, это ушки мыть, да. А чего опять мыть? А вы же ходите тут, резидитесь тоже, а? Валяетесь на полу. Не будем, ладно, все. Конфеты ели руками, липкие, а? Потом Вероника волосы свои он, да, растрепала, да, да. Все, Валик, уже поел. А, ну давай, подкладывай еще. Подкладывай еще. А я не трогал. Илья, Валик уже вторую, а ты первый, там оладышек. Съел он первый, я еще даже первый не съел. Так, ну что, будем прощаться. Еще раз все с праздником. Да. С замечательным праздником, Танюшка, да, Торсенко. Валентинка у меня. Ух, громадные мы на стенке повесили. Кстати, ты мне не показывали. Мне не показывали. Ладно, завтра покажем. Бабушки выключили. Нет. Ну, бабушка. Бабушка. Нет. Бабушка уехала еще утром в 11 часов. Так что я делаю. Да. Бабушка не сидит. А, не сидит, да. Сейчас сидела с нами за ужином. Да. Ну что, будем прощаться, да? Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока. Пока. Спокойной ночи. Вероника, молодец. Всем пока, спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока, увидимся с вами уже завтра, в понедельник, 15 февраля. Пока-пока-пока.